Хей, Югей, с вами Шимки, и мы продолжаем проходить игру по названию Darksiders 2 Dead Edition. Скажу одну вещь, я потратил 2 часа. Не, я серьезно потратил 2 часа на одну вещь. А именно, я собрал почти все страницы и нашел еще 2 гномов. Страницы, боже, они были раскинуты везде. Потом я понаходил другие страницы, потом я вспоминаю, был я там или нет. Мне пришлось заново все места ходить с этими страницами. И на землю, и в другие локации. У нас осталось 4 страницы, но... И один гном. Все остальное находится за вот этими вратами. Поэтому, ребята, погнали и заберем то, что там находится. Потом мы вернемся, зададим челику листья и получим за них ключи. Черный камень. Так, сразу у нас развилочка. Давайте посмотрим, что с этой стороны. Пойдем наверх. То проход, похоже, куда мне нужно идти. Да что он прямой. Так. Ух ты ж, ё-моё. Новый демон. Спасибо за предупреждение. Ты можешь выйти, Лилит. Ты осуждаешь меня за то, что я пряталась? Ты смерть. Рядом с тобой никто не может быть в безопасности. Даже твоя мать. Ты не моя мать. Разве не я сотворила Авессалома, смешав прах ангела и демона? А остальные нефилимы не произошли от своего прародителя. Они были братьями-всадником. Но когда всадники убили нефилимов, только ты испытал угрызение совести. Почему ты не бросил амулет в бездну, как приказал совет? Зачем хранить их души? Если не для того, чтобы однажды искупить свой грех. Мой грех? Порча зародилась в Авессаломе. Она расползлась из него, как чума. А ты, мамочка, должна помочь мне остановить ее. Где ключ демонов? Во владениях Самаэля. Но сейчас он ушел, а ключ пропал. О, не волнуйся, сынок. Раз можно искупить грех, можно вернуть назад и время. С помощью этой штуки ты можешь попасть в прошлое, в крепость Самаэля до ее падения, и найти ключ демонов. Я прошу только об одном. Когда ты попадешь к источнику душ, прислушайся к зову своего сердца и воскреси Филипп. Путник во времени. Улучшенный вариант путник в пустоте может создавать разломы между настоящим и прошлым и позволяет путешествовать во времени. Нихера себе, а ну-ка. Так, его не сюда добавили. И не здесь. Да, он по-новому выглядит. Так, поехали. Ломаем здесь все к чертям. Вон еще одна страница. Готово. Готово.
Именно как порталы, да, обычные? Только осталось еще их найти. Все ломаем, все ломаем, вдруг что-то и дадут. Ладно. Полетели тогда на первый этаж. Еще нужно будет гнома где-то здесь найти. Ой, тихо. Пистолет. Ага, и мне сразу, да, предлагают использовать ее. Вижу сундук. Так, с этой стороны смогу запульнуть? Блин, не могу. Здесь аж такие порталы. Здесь no стандарт. Так, денежки, денежки, денежки. Это, походу, души нефилимов, да? Мы собираем. Или осколки нефилимов. Громила. Воу-воу-воу. Я тебя понял, приятель. В. Манать, манать, манать. А что по ХП? Меня убили? Так быстро? Окей. Это было очень быстро. Это было очень-очень быстро. Манать. И броня уже не кажется настолько хорошей. Нужно херячить. Манай, там 300 с чем-то. Ух, я понял. Пипец. Вот это жестко. Это просто манать. Ну и зрил. Теперь нужно хилки.
Я понимаю, что мне теперь... Так, я что, костюм снимал? Да не, все одето. Почему меня так пробивают жестко? Что ж, я не знаю. ГГВП. Так будет сложно играть без получения аж урона. Чтоб меня не ваншотнули. А что будет с боссом? Блин, мне кажется, с боссом там будет вообще пиздец. Глобальный пиздец. Поехали. Уху-ху-ху-ху. Сундучок. Карта сокровищ. То, что здесь иного не может ничего быть. Классненько. Еще раз. Так, что у нас там? Это дорога обратно. Ай, жестко, 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 жестко. Добивание. Я вижу, что там у меня заряд не заполняется. Или я все-таки не помню, как у меня работает мой этот. Так, по идее, здесь должна быть еще у нас херовинка вот эта. Страница. И здесь страница должна быть. И еще в подвале. Слушайте, то походу и был подвал. Го обратно. Я попробую, если нет, не беда. Главное попытаться. Да не. Ну ладно, тогда пойдем дальше. Значит, через эту черную херь. А, через нее я могу попасть туда, куда мне нужно. Так, страница должна была бы... О, страница. И вниз тогда. Ух, не. А вот лаву я что-то там не заметил вначале. Я, блин. Ладно, поехали дальше. Сразу зачеркну это место. Так, врата. Почему вы меня так сильно пробивали?
Готово. Так, ладно, это я, в принципе, открыл путь. Еще один. О, тихо. Ништяк. Обычные. Портал. Я не вижу смысла притягивать врагов к себе, потому что они меня автоатакуют. Вот молния их бьет. Они хотя бы стопятся от молнии. Опять обычные перчатки. Эй, иди сюда. Ах ты, гомнюк. Не получает он так урон. Так, а теперь у меня открывается вопрос. Зачем? Или я там ворота тоже открыл? Да нет. Так, что-то я, малёха, не понимаю. Чего-то я, малёха, не понимаю. Я открыл врата, да? Но они там закрыты. Ага. Допустим. Сейчас буду драться, да? Тихо. Прыгаем дальше. Я не понимаю, почему мне дают броню только это, белую. Странные, странно, странненькие. Так, можно туда попасть. Ауч. Сейчас снова попробуем. Ну, я просто не понимаю, как туда попасть. Да, я не могу так попасть. Хорошо. Тогда забываем об этой идее, идем в противоположную сторону. А, нифига себе. Так, вижу, где могу зацепиться. Это раз. О! Хилпоинт. Так, закрытый на ключ. А, побежали. Ладненько, ладненько, ладненько. Сразу видно портал. Сначала пробежим без портала. Thank you.
Да, смотрите-ка, у нас получается с вами два портала. Здесь он за этими камнями. Я могу купить уже очень хороший сундук. Так, вижу обычный портал. Ага, то есть мне предлагают две вещи. Раз, давай. Одно готово. Два готово. И... вижу. Для чего только? Для чего я иду именно сюда? У меня вопрос. Как бы я вернулся в то же место, не? Главное, что я его стоплю, и он не может ни хера сделать. Так, думаю, нужно отсюда убегать. И сходить, если у меня есть... Да, есть, отлично. К вот этим вратам. Тут сундучок. Ко мне челик, по идее, там бежал. Не знаю, добежит он. Молот. Ух ты ж ё. Здесь, скорее всего, будет ключ. Вороний доспех. Мать. Мама-мама-мама-мама-мать. Смотрим на броник новый. А, 22 уровня, но он дерьмовый. Почему у него такие статы дерьмовые? Ё-моё. Дерьмо броня. Сейчас сломаем здесь все. И пойдем далее. Если есть замок, то должен быть и ключ. Да ладно. Не врешь? Не, сундук не появился. Я вижу, здесь этот есть. Камень силы. Ну блин, камни я собирать не буду. Потому что я говорю, я все уже загуглил, проверил, что за что дают. И нам там ничего годного такого не дадут. Там, как вам сказать, нам могут дать только этот опыт и деньги. Все. Деньги у меня. Ого-го. Заново, надеюсь, этого не будет.
Серьезно? Да ладно. Вот это такая херня. Если бы вы сейчас знали. Бем, бем, бем. Бац. Пока. В смысле, он выжил? Ты не можешь меня по мне оттуда пулять, слышь? Гомнюк. Так, а с вот этим вот немного сложно получается. Мне нужно где-то взрывчатку найти. Молодец, он черт. Ладно, поехали. Нет, это чертяку нужно оттуда убивать. Ладно, притяну его к себе. Как мне его достать? Да не, это будет долго, вы чё гоните? Ладно, тогда просто забью на него. Просто, да и все. Понятное дело, если я сейчас зайду в портал и выйду оттуда, я снова аж просрусь. А, здесь, видите, нету уже этого. Поехали. Ох, да ладно. Это сейчас серьезно? Все, 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 челик, умирай. Умничка. Я хотя бы не сдох. Так. Так, так и так. Теперь с помощью этого тоже создам портал. Мощный портал.
Так, а теперь главное понять, куда кидать. Вот это сейчас не очень круто. О. Так. Ну, это понятно, куда я заюзаю бомбу. Только я ее впритык буду заюзывать, ну нафиг. Еще промажу. Еще зацеплюсь за что-то. Отлично, можно возвращаться. Так, готово. Идем в наш начальный портал. Переключаемся на пистолеты, потому что тут будут эти червячки. Ключ готов. Так, ключик есть, он у меня. Я не понимаю, вот это типа, когда враг не в зоне действия, они просто бессмертные. То есть вообще урона никакого не получают. Я считаю это бредом. Так. Замечательно. Мне тут уже открыт, да, проход был? Нормально, нормально, нормально. Сейчас все будет. Все, тоже откопытился. Уху-ху-ху-ху, как же жестко. Так, а мы в подвале не были? Мне же в подвал нужно спуститься. Мы только в... там были, все. Блин, а туда только через низ получается, да? Второй этаж. Это все вот этот второй этаж? Не ясненько, ладно. Помчали, помчали. Только нужно еще вспомнить, где я был, где я не был. Ну, у нас есть принцип сократения пути. Сократение. Сократение. Уже два открыли мы. И там, походу, спуск в подвал. Или мне только туда и нужно. Готово. Так, килку одну, я думаю, можно заюзать. А эту возьму с собой. Невозможно. Зеленый броник. По качеству, по уровню хороший. А поэтому говно. Я вижу ласт-страницу.
Вот почему она бессмертная. Так, портал. Погнали, погнали. Готово. Сразу возьмем пушку в руки. Я ж в подвале? В подвале. А где? Подождите, я не взял страницу. Так, вот это сейчас плохо. Погнали обратно. Мне нужно быстро обратно вернуться. Да, так будет быстрее. Я еще в этой местности не нашел. Где там страница хотя бы была? Блин, уж даже не вспомнить. Помнишь, что она была в этой местности, в этой локации? Только где? Где же ты? Последняя страница. По идее, там последняя страница. Но вопрос такой, как туда попасть? Там же типа решеткой, да, закрыто? Ох, ё-моё. Ё-моё. Я точно помню, что было показано это место. Ну а где, я не помню. Так, раздвоение личности сразу делаем. Нужно поискать. Внизу нигде не валяется. Здесь тоже. А, вспомнил, здесь, за этой. Мысли. За этим столбом было. Ладненько, возвращаемся. Давайте тогда я в виде этого челика туда посажу еще раз. Так. Бем. Там этот столб сохранился, да, он сохранился. Все. Готово. Теперь нам только нужно будет вернуться и отдать книгу. Все, все четыре книги у нас есть. Теперь можно отправляться дальше по миске.
По миске и миске. Так, сразу переключаюсь на телепорт. Хорошо, что здесь эти снова не появляются. Вот оплодились, как бы, все шуки, да и все. Так, ладно, ну здесь я быстренько все сделал. Да по красоте. Да по красоте. Так, а я еще гнома не нашел. Ладно, погнали. Гномик, ты где? Ну то логично, что мне нужно этот заюзать. Мне гном нужен. Ладно. Поехали. Итак, обугленный совет теперь присылает только одного всадника, даже в прошлое. Нет, это частный визит. На самом деле... Никто не знает, что ты здесь. Ни единая душа. А теперь дай мне ключ. Пусть это будет наш маленький секрет. Ничтожество. Совершенная матрица дала трещину, а Весолом был самым сильным. Ты увидишь, что я достаточно силен, Самаэль. Да. Ты преодолел много трудностей, прежде чем предстать передо мной. Но иногда герой в конце погибает. Спроси у своего брата. Ты сам отдашь ключ или мне забрать его силой? Всадник, ты уже знаешь ответ. А, сразу, пока мы не начали с ним драться, я должен переключиться на руку. Вау, вау, вау. А, то есть я его не пробиваю, да? Ой, он меня немного в лаву скинул. Это нормально. Там немного я наношу без урона. Все?
Ты как крыса, да, я понял? Ах ты, зараза. Чё он такой хилый? Вау-вау-вау. Бац! Пипец у него! ХП мало. Ты меня дуришь? Ты серьезно такой слабый? Ты знаешь, с какими я врагами твоими, блин, этими дрался? Блин, пипец ты. Ай. А что мне нужно было нажать хотя бы? И вторая фаза. Вау, 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 вау. Тихо, 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 тихо. Я не понимаю, почему я не могу в какие-то моменты его пробить. Так, заюзу хил. Я понял тебя. Тихо. А готов получить это? Херовая какая-то способность? Получится. В любом случае,
Это будет интересное зрелище. Окей. Новая компания Архидемон Велиар. Так, появились слухи, что, возможно, Третье Царство не было полностью уничтожено, и остатки человечества до сих пор еще живы. Узнайте правду и узнайте за забытое зло. Так, Владыка Демонов Белиала. Доступ к данному контенту, возможно, со страницы. Демонический ключ. Это демонический ключ позволяет пройти к источнику душ. А теперь вопрос. О! Бил. Где гном? Мне нужен гномик. Было сказано, что он где-то здесь. Вам даже сейчас вот прочту. Черный камень в секрете перед входом к боссу. Перед входом. А, то есть он мне... А, нет, хотя бы дорогу сделали. В которую, конечно, я и не наступил правильно. Может там? Перед входом к боссу. Но это может быть и здесь, потому что в секретном месте. Но здесь я не вижу. Может, имеется в виду перед вратами к боссу? Тогда где? Да уж. Ребят, давайте, короче, сделаем так. Я здесь сохранюсь. В следующей серии мы продолжим. Поэтому как раз узнаю, где находится этот... ну, вы поняли. Гном. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. И следующая серия будет у нас финальная. Именно по сюжету, а потом у нас будет DLC-шки. Поэтому всем пока.